Короче, говорить нужно было. Я пойду. Не короче. Все. Ты служил когда-нибудь? Да. Где служил? Да. Если ты служил, ты знал, что такое инструкция. И что такое, блядь, приказ тебе. А вы мне инструкцию писали. Я здесь руковожу. Да, хорошо. Приказ выполняем соответственно нашего руководства. Хорошо. Молодой человек, послушайте меня. Я здесь руковожу процесс. Следствие. Свое начальство. У вас свое начальство. И только ему подчиняйся. Ты хочешь побороться сейчас? Вы хотите сейчас побороться? Не я сейчас вызову Одесса Альфа, у вас все упакуют и увезут. О том, что у вас руководитель бывший работник из